Всем привет! Сегодня у нас очередная посылка из Китая, с сайта AliExpress. Просили заказать мобильный телефон Blubo. Приступим к распаковке. Так, посмотрим внешний вид. Как-то склеена склейка какая-то. Вроде бы не нарушена упаковка, потому берем и маленькие ножнички и распаковываем. Мобильный телефон пришел, ничего тут нету больше. Мобильный телефон у нас пришел в таких вот пупырышках. Blubo X-Touch 2015 Annual Flagging. Написано Flagship. Что-то такое написано. Здесь у нас MA номера X-Touch. Цвет черный. И такая вот упаковочка красивая. Я заказывал уже второе, это Blubo. Blubo. Там упаковка была, конечно, похуже. Как эта упаковка распаковывается? Где-то, наверное, должна вот так выниматься. Раз. Вот так вот вынимается. И приступим. Процессор MTK6553. Окта. Android 5.1. 5 дюймов. 3 гигабайта. 32. 8 мегапикселей фронтальная камера, 13 мегапикселей Sony тыльная камера. Батарея на 3050 мАч. Разрешение экрана Full HD. В нем присутствует Wi-Fi 2.4 5 Гц, Bluetooth 4, GPS, AGPS, GLONASS. Это потом сенсор, FM радио. Есть две сим-карты. Одна микро-сим-карта и вторая микро-сим-карта. Доступна карта памяти на 64 гигабайта. В поставку входит сам телефон, стандартный адаптер для зарядки, USB кабель и инструкция по быстрому использованию, походу так. Написано все, которые используют сети. Ну и приступим. Не будем это читать. Кому надо, действительно посмотрит. Сейчас сфокусирую. Сфокусирую, кто захочет, посмотрит. И вот так вот он открывается. Вот он открывается. Сам телефончик лежит внизу. Походу есть здесь сканер отпечатка пальца. Вот инструкция такая маленькая, скрепка. Вот скрепка лежит наша. Посмотрим, телефон отложим. Посмотрим, что здесь еще. Адаптер зарядный. Сейчас посмотрю. 0,5 ампера, 5 вольт, 1,5 ампера. Не буду распаковывать, потому как телефон заказываю не себе. Вот. И здесь лежит у нас USB кабель. Здесь у нас лежит USB кабель на 2. Поддержка, наверное, 2 ампера. Была у меня, кстати, проблема, когда телефон заряжался. Не телефон, а планшет. Долго очень. А оказалось, в результате был плохой
USB кабель. И вот сам телефон. Телефон. У нас тут сканер отпечатка пальцев, походу. Пленочка стоит. И слот для сим-карт. Здесь у нас серебристый. Почему этот слот сделали серебристым, я не пойму. Серебристые рамки. Ну, первое включение. Первое включение, что-то не происходит. И потому, как выходим из ситуации, берем зарядку нашу. Не знаю, может, шов разрядился. Подключаем зарядное устройство. Телефон завибрировал. Завибрировал телефон. Нигде не сигнализирует, что пошла зарядка. Какие-то циклические загрузки, и ничего не происходит. И не видно, что получается. Два раза вибрирует, больше ничего не делает. Правильно, кнопка включения. Так, что будем делать? Будем, получается, берем оригинальное зарядное устройство, USB кабель оригинальный. Потому что это уже не дело. Телефон. Телефон не включается. Так. Вставляем наш USB, вставляем розетку и вставляем, может быть, длиннее. Телефон два раза вибрирует, получается, и ничего с ним не происходит. Не пойму, в чем проблема. Не видно никакой индикации о том, что телефон заряжается. Ну, телефон как бы не включается, ничего. Это очень хорошо, что я его распаковал на видео. Потому что надо будет открывать спор с продавцом. Нету даже, не сигнализирует о том, что он заряжается. Вот зарядка. Вот зарядка, да?
Вот зарядка вот телефона. Где? Вот два. Ну, получается, телефон не запускается. Всем видно, чтобы показать о том, что как бы через телефон включился, не могу. Потому что только одна вибрация идет. Этих. Пока прерываю видео, получается, пока прерываю видео, включаю, два раза вибрирует оно сейчас. Слышно или нет? Вот. Так, ничего не происходит. Прерываю видео, буду снимать дальше, как бы пусть немного позаряжается. Ну, я думаю, что толку никакого, потому что даже не показывает зарядку. Буду звонить хозяину. Будем решать, что делать дальше.